В Москве обновили самую адскую станцию метро – Кунцевскую на Большом кольце. Здесь поставили лавочки, и это прекрасно, если бы не одно «но». Их поставили в самых узких местах. Дело в том, что платформа здесь крайне маленькая, проходы далеко не везде есть, и пассажиры, учитывая огромный рост пассажиропотока, вынуждены друг друга пропускать, и в таких ячейках между различными колоннами они просто вставали, чтобы не мешать проходящей толпе. Теперь здесь лавочка, и сидят люди. А между тем, на этой же станции есть гораздо более глубокие места, где можно было бы поставить лавочки, или расположить их между колоннами в тех местах, где есть проход сзади, чтобы было удобно обходить и сидеть. Но нет, логика это не наша.